Жители Алтайского района отправили на долгие годы в колонию за убийство мачехи и покушение на жизнь собственного отца. По информации республиканской прокуратуры, обвиняемый на почве личной неприязни к родным избил металлическим ломом свою мачеху. Женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. Затем подсудимый напал и на отца, однако тот оказался сильнее и сумел отбиться. Суд назначил убийце 12 лет колонии строгого режима. Кроме того, осужденного отправили на принудительное лечение у врача-психиатра. Доставщик суши в Красноярском крае умудрился ограбить своего начальника на 1 000 000 рублей. 30-летний мужчина 1.5 года работал в службе доставки японских блюд, но, как оказалось, все это время он проворачивал махинации с деньгами клиентов. Схема довольно простая. Курьер просил покупателей рассчитаться наличными, затем со своей карты через терминал оплачивал заказ, распечатывал чек и тут же отменял перевод. Затем ушлый доставщик предоставлял чеки о якобы совершенной оплате своему работодателю, таким образом присваивая наличные клиентов себе. Он умудрился похитить 1 086 000 рублей. На эти деньги мужчина накупил себе золото, дорогих гаджетов. Все это добро полицейские изъяли, а злоумышленнику теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Приставы Хакасии предупреждают о мошенниках. Если вам пришла СМС от службы исполнителей или подозрительная ссылка, это действуют аферисты. Сотрудники ведомства не занимаются рассылкой уведомлений о наличии задолженности. Такая информация поступает должнику лишь из официальных источников и интернет-сервисов. Это банк данных исполнительных производств и портал госуслуг, где каждый конкретный житель республики видит исключительно свои данные. Никаких ссылок, где необходимо ввести банковские данные граждан или загрузить файл, судебные приставы не присылают. Более того, приставы не просят в своем присутствии снять деньги в банкомате, оформить кредит или займ, или рассчитаться за какой-либо товар. Подобные методы работы практикуют мошенники, желающие получить доступ к вашим персональным данным.